По случаю сдачи экзамена по диджеингу и предстоящего 8 марта мы с мамой по рецепту. Мама опять же таки решили приготовить глинтвейн. И получился у нас алкогольный и безалкогольный глинтвейн. Мама называет это заваркой для глинтвейна, потому что можно смешивать как ты хочешь, с вином, который ты хочешь, Вливаю, и в любом количестве, как ты хочешь. Короче, это было очень забавно. Мама впервые была моим оператором. Смотрите, что из этого получилось. Беру толкушку. Что? Что туда же? Апельсины, все тоже так. И вот так вот толкушь, продавливаем это все, чтобы весь сок вышел. Хватит. Убираем, оставляем. Что ж, дорогие дамы, мы берем нашу заварочку. Я уже налила заварку. Наливаем любимое наше вино. У меня кьянти сухое. Вот так вот все смешиваем. Сколько нам хочется, по той консистенции, как нам нравится. Пробуем. Это обязательно.